Выиграть снижение ставки, возврат платежа по ипотеке или погашение кредита для клиентов Кредит Уралбанка – это не мечта, а реальность. Банк родного города предлагает всем клиентам принять участие в акции, организованной в честь своего 30-летия. Первые счастливчики уже получили подарки. Что необходимо сделать, чтобы стать участником юбилейной акции, расскажем в нашем следующем сюжете. Анара Сайфумулюкова работает врачом-офтальмологом в медико-санитарной части и является постоянным клиентом клуба. В банк Анара пришла, чтобы оформить потребительский кредит. Решила помочь супругу открыть собственный бизнес. Решила взять кредит в Кредит Уралбанке, потому что ставка здесь хорошая всегда. Беру не первый раз. Переплата небольшая, так скажем. Ну, нравится здесь брать себе. Тогда Анара и не предполагала, что по итогам месяца станет одним из победителей юбилейной акции и получит приз в виде снижения ставки по кредиту на 3%. Вот, пожалуйста, ваш сертификат. Всегда рады видеть вас в наших отделениях. Спасибо, что вы с нами, что пользуетесь активно нашими продуктами, участвуете в акции. Вам спасибо большое. Я, конечно, была удивлена. Первый раз, честно говоря, что-то выигрываю. Вот, и, ну, приятно было, удивлена. Спасибо Кредит Уралбанку. Помимо Анары, удача улыбнулась еще двум клиентам банка. Сниженную ставку по кредиту Купенсионы выиграла Лидия Ивановна, а возврат платежа по ипотеке сотрудник ОСК Тимофей Юрьевич. Такие же бонусы Куб подарит случайным счастливчикам, которые оформят потребительский кредит с 1 мая по 29 ноября или ипотеку с 1 июня. По словам специалистов, процедура довольно проста и занимает всего несколько минут. А с помощью мобильного приложения оформить кредит или подать заявку на ипотеку можно даже не выходя из дома. Пара кликов, и вы уже участвуете в акции. Ежемесячно там, при помощи программы компьютерной выбираются два клиента, которым предоставляются скидки при погашении их кредитов. Главные призы – погашение кредита и возврат платежа по ипотеке – будут разыграны 30 ноября. Победители выберут среди тысячи претендентов случайным образом. Так что шанс есть у каждого. О том, как устроена юбилейная акция, подробно расскажут в отделениях и на сайте банка. Там же специалисты помогут решить финансовый вопрос. Быстро, понятно и, как всегда, профессионально. Ольга Аникина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.